Территорию Лахта-Ольгина обработали от клещей. Кроме того, под особым вниманием места массового отдыха и парки района. Этой весной по плану средствами от клещей должно быть обработано 600 гектаров городской территории. Работы выполнены на 80%. Опрыскивают город экологически чистыми веществами, которые растворяются в течение месяца. Поэтому, например, в летних лагерях дезинфекция начнется за неделю до приезда детей. В настоящее время применяются экологически безопасные препараты, которые разрушаются в природе где-то в течение 30 дней. И поэтому, вот, соблюдая вот эти требования, за 5-7 дней до заезда детей обработки эти будут сделаны. Но, конечно, особенно такие обработки эффективны, если они сделаны вот как можно раньше, в начале мая, и затем повторно за 5-7 дней. Средства наносят после тщательной уборки территории только в сухую погоду. Через некоторое время после первой обработки ответственные за содержание территории проверяют место на наличие клещей. И если требуется, проводят процедуру повторно. Однако медики напоминают, полной безопасности эта мера не гарантирует. Обычно клещи прячутся в сухой прошлогодней траве, на мелких кустарниках, валежнике. Обработать все невозможно. К слову, в лидерах по количеству укусов Пушкинский, Красносельский курортные районы. В Приморском за этот год в больницы обратилось уже около двух десятков человек.